Друзья, всем большой привет из парка Львов Тайган. И в этом ролике полюбуемся на львушек, которые обитают в так называемом львином общежитии. Это вольеры, которые находятся у львиного пляжа. И здесь в первом вольере, посмотрите, какие красавчики. Это детки Ричарда. Они уже хорошо подросли, несмотря на свой юный возраст, уже выглядят как совсем взрослые львушки. А посмотрите, друзья, как они дружно живут. На теле вообще нету шрамов. Вот так вот, друзья. Молодцы, ребята. Не ссорятся, не устраивают разборок. Дружно вместе живут. И это очень радует. Ричард сам был очень такой спокойный, благородный лев. Никогда не устраивал разборок, если его не трогали. И вот детки у него тоже такой же характер имеют, судя по всему. Ну, понятное дело, что каждый индивидуален, но, в общем-то, можно сказать, что драки они между собой не устраивают. Молодцы. А вон с белой шикарной гривой лежит Рокки. У него тоже, кстати, папа Ричард, поэтому они сводные братья. И Рокки с ними очень хорошо дружит, общается на своем львином языке и, видимо, даже где-то дает им какие-то наставления, как старший брат. Вот, друзья, львиные общежития. Довольно-таки хорошо они заселены, эти вольеры. Здесь много красавцев львов, много нам знакомых львов. Там и Кай. Ну, Кай отсюда плохо видно. А вот Ричардовичей и Рокки можно рассмотреть довольно-таки неплохо. Вот, друзья, с мостков, к сожалению, угощение туда добросить может только хороший такой, хорошо подготовленный человек физически. Поэтому угощений им достается, прямо скажем, мало. А тем, кто во втором, а тем более в третьем вольере, то и вообще не достается. Те ребята довольствуются тайгановским питанием без вкусняшек. Вот, друзья, какой красавчик Ричардович. А вот жаль, Рокки отвернулся. Видим только его шикарную гриву. Очень красивые ребята. Интересно будет, выйдут ли они в саванну на следующий год. Прям готовый прайд, но опять без львиц. В саванне большой дефицит львиц. Что ж, друзья, огромное спасибо за видео Елене Желябовой. Вам за ваши лайки и комментарии. Всем мира и добра. Пока-пока.